Всем привет! Вернулась я с торгового центра. Была в двух магазинах. В одном магазине, другой был супермаркет. И вот что я купила. Это вчера мне привезли с алкогольного магазина. Это розовый джин. Это обычный джин. Кстати, вот к нему я купила как раз тоник. Это сангрия. Как же без нее? Белое вино, красное вино, испанские вина и Budweiser, чешское пиво. Кстати, у меня целый картон, коробка. Вот, в японском я была, купила себе карандаш для бровей, лак, такой цвет интересный, баночки, такое что для глаз. И всего у меня вышло 22 дирхама. И вот то, что я взяла в супермаркете. Это получается у нас творог. Он такими кубиками идет. Кстати, его классно обжаривать. Или делать шашлык. Это индийский панир. Ну, наш творог. Так, это уже тоник, вода, я сказала. Вот такой чеснок большой. Французский. Здесь тяжело найти хороший чеснок. В основном это индийский, он прям очень-очень мелкий. Ну, прям вот такой вот. Или китайский. Вот. А вот французского такой жесткий, хороший. Это у нас идет мука соевая. Это лемонграсс. Листики. Это у нас на тайский суп. Я люблю тайское, все такое азиатское. Это печеньки. Печенья у нас, кстати, местные. Очень вкусные, с финиками. Это орешек. Это вот вафли. Тоже очень вкусно. Кстати, напоминает наши. Это масло британское. Так, это редис. Шоколадка. Это творожки. Творожок получается с ванилином, а этот шоколадом. Ну, такие небольшие, маленькие, но вкусные. На перекус очень вкусно. Пицца — это то, что у меня будет сегодня, кстати, на ужин. Моцарелла. Это вот сейчас на обед. Боже, у меня уже голод проснулся. На обед у меня будет киноа, лосось и вареное яйцо. И на сегодня и на завтра. Яйца белые, 6 штук. Я люблю, конечно, коричневые, но их не было, только белые были в ассортименте. Это ба-ба-ба, гусиный жир, по-моему. Да, гусиный жир. Кстати, на нем хорошо жарить картошку. Да, вообще все на нем хорошо жарить, очень вкусно. Спички. Мне они нужны, у меня много свечей и ароматических палочек. Это испанский тунец, он очень вкусный, прям палочками такие, цельный. В масле. Это итальянская колбаса, острая, сухая, вкусная. Это британский творог, такая баночка. Йогурт местный, рисовые. Ой, даже по-русски написано, спринкл, блинчики. Ну, это рисовая бумага. Зелень взяла, это получается, это укроп и лук зеленый. Варенье британское, малина, лимонная кислота, красные яблоки, бананы, связка бананов. Не так, как мне, как птицам на балконе. Я их балую, они любят так бананчики. Две грушки взяла. Испанские роллы, булочки, они с начинкой, очень вкусные, к чаю это просто обалдеть. Ну, естественно, Cup Noodles, это известная компания, Том Ям в азиатском стиле, очень вкусно. Боже, говорю, а мне аж самой прямо аппетит прям проснулся. Сейчас буду обедать вот этим, а на вечер у меня будет пицца. Вот такие покупочки у меня на сегодня. Всем привет! Сегодня буду делать кораблики.
Это блюдо из моего детства. Это с картошки и сала. У меня была вот такая вот маленькая картошечка. Я ее помыла, разрезала пополам, посолила, поперчила, добавила немного розмарина. Можно чеснока добавить, это все по вкусу. Порезала вот на такие кусочки маленькие, ну, чтобы как раз покрывала, да, картошечку. Сало. Немного его присолила. Подготовила зубочистки, потому что я буду это накалывать. И вот таким путем мы положим сало и накалываем шпажкой. И для красоты у меня здесь паприка. Слегка. И это все проделываем с остальной картошкой. Также у меня есть панчета, это наш почеревок, он порезанный вот так вот кубиками. Я его нанизала на шпажку и тоже вот рядышком накалываю на картошку. То есть и так можно с таким сальцом и с таким кубиками. Кому как нравится. Вот такая красота у меня получилась. Посолила, поперчила, розмаринчика, сухой чеснок, да, если хотите, можно свежий чеснок, ничего с ним не случится, сало его прикроет. И вот свежее сало, у меня просто сало и почеревок у меня кубиками. Вот они, мои кораблики или лодочки. Попробуйте, я помню, в детстве мы очень сильно любили. Я и деткам тоже готовила, и взрослые тоже любят это блюдо. Теперь духовка на 180, на 40 минут. Кораблики мои готовы. Картошечка мягенькая. Салко тоже мягкое. Вот оно легко прокалывается ножом. Запах, аромат, это просто удивительно. Попробуйте, это вкус детства, очень вкусно.